Ёлки-палки, лес густой. Ну, он густой, но зонтики растут. Он здесь вот не густой, они и растут. Вот сколько их много. Зонтики можно пожарить с луком. Вот на маслице пожарить и сделать из них пиццу. Это же просто супер. Вон как они далеко, но полянка. Целая поляна зонтиков. Сейчас мы их проверим и все возьму. Можно кляри сделать, а можно и пожарить. А можно и пожарить. Это здесь хорошее. Место хорошее. Грибов полно. Красиво. Вот зонтик. Вот дымки. Всяких хватает. И довольно-таки они хорошие. Классно. Белые рядовки такие. Еще дымки. О, 11 ноября. Дымки растут. Хоть бы что еще. Ну, сейчас рядовок много еще в лесу. И вон там вон. Они все большие. Не успел сюда никто добраться. Точно. Да. Зонтики растут. Еще растут. Ну вот, рядовка фиолетовая. Немного, но все-таки приятно. Красиво. Красивенькие, чистенькие, наверное. И... А что ты без перчаток? Я перчатки. А зачем мне перчатки? Слушай, какой ряд. Такой посмотрите, какой на него. Червивый. Червивый. Ну, что-нибудь, может быть, будет и не червивое. Я иду, 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 и к ряду вот приду. Вот он. О, красивый ряд нашли. Ну, так это хоть половина червивых, может, будет. Ну, что-то ж тебе и достанется. Глянь-ка ты, какой ряд. Ну, и туда ушел. А ножек порезанных было очень много. Это он уже после этого и вырос. После всех людей, прошедших мимо этих мест. Какие красивые синявки, фиолетовки. Я люблю эти вот грибы, вот эти вот я люблю очень. Это же гиграфоры. Бабушкины грибы. Или сластены. Ой, какие прелесть, милые. Они сладенькие такие, их сразу можно в супчик или на сковородку. Здесь много, да? Денежки. Грибы денежки. И все разного цвета. Вот такие вот они. Они чуть блестят, пластинки у них белые. Вот такие вот. А это колибия, денежки. Ну, вырвала его с корнем просто. Вот чешуйчатка растет. Королевский опенок или китайские опята. Это чешуйчатка грибы. Красивенькие грибочки, если они такие вот мохнатенькие. Да. Да, вчера было темно. Сейчас мы выйдем. Да, да, да. Или нет? Ой, да. Как красиво. Ну иди вперед. Как красиво. Ой, красиво растут какие трутовики. Ну вообще супер. Хорошо, красиво. Не зря дерево пропадает. Это просто мне повезло. Это же вешенка, самая настоящая. Как уходить, как всегда. Вот они, рядовки эти фиолетовые, поганки растут. Раньше их и не брали. О, растут как поганки. В этих. Да? Ну ладно, сейчас вот тут вот хорошие зато. Во, посмотри. Я смотрю всех. Ага,
Ну ладно, я начинаю тоже этот ряд проверять. Точно хороший. О, это у меня, а у меня хороший. О, у меня хороший. Во, я его и видела. И вот это рядовка хера. Ой, сейчас. Красота какая. Тут все ходят, вот сегодня народу много. А тут раз мы и нашли укромный уголок. Как красиво. О, рядовка серая. Супер. Серая рядовка, иди его режь. Да, серая рядовка. Пишешь, что ты петушок? Петушок. Это рядовка, оказывается. Рядовка, да. Это рядовка, а не рядами еще как раз тут еще бы. Это говорушка перевернутая. Вполне съедобный, хороший гриб лесной. Вот такой вот. Очень-очень-очень хороший гриб. Ну, он не очень породистый, конечно, но все равно хороший гриб. В придачу к синим, фиолетовым, всяким рядовкам. И дымкам. Все. Наверное, мы сейчас уйдем. Там такой муравейник огромный. Ну ладно, уходим. Все на этом. Заканчиваю свой лесной поход. Всем пока-пока.